Без приема посетителей дней открытых дверей. Но в целом жизнь в Красногорском родильном доме идет своим чередом. Здесь по-прежнему происходит чудо рождения. В акушерское отделение продолжают поступать будущие мамочки. Преимущественно у нас рожают жительницы Красногорска, также ближайших населенных пунктов Красногорского района. Порядка 10% родов – это идут Москва и другие субъекты Российской Федерации. Медики Красногорского родильного дома уверенно говорят об увеличении рождаемости. Если за весь 2019 здесь приняли 1915 родов, то только за 4 неполных месяца 2020 уже 800. На свет появились 404 мальчика и 396 девочек. Я здорова, сынулька здоров. Всего 3 дня, и мы едем домой. Хочу отметить, что роддом потрясающий. Все здорово, врачи и персонал отличный. Хочу выразить огромную благодарность всем врачам, всем медсестрам, акушеркам. Это просто люди, на самом деле, которые от Бога добрые, с индивидуальным подходом к каждому. У меня даже эмоции переполняют, что я родила здесь свою дочку, она у меня первая. Поэтому спасибо всем большое. Сейчас в Красногорском акушерском отделении 63 пациентки. Это и те, кто только готовится стать мамой, и уже родившие. 9 из них в этот день отправляются домой вместе со своими крохами. К выписке все роженицы получают полный комплект документов на новорожденного. Отдел ЗАГС при роддоме работает штатно. Программа губернатора «Я родился в Подмосковье» тоже в действии. С 1 сентября 2019 года 220 мамочек выбрали наборы с самыми необходимыми для младенца вещами. 1200 – денежную компенсацию.